Hola, mi amigos. Сегодня с вами Феникс, Мэппер, Нотбар и Вакот. И сегодня мы продолжаем играть в великолепную группу под названием No Man's Sky. Да, всем привет. Всем привет. Всем добра и света. В любом случае, так, фишка в чем, ребят? Мы нашли, точнее, я случайным образом набрел на эту планету. Она настолько дикая и необычная, что, ну, прям вот захотели начать именно на ней. Вот прям пузырики. Ну, это круто. Разве нет? Это фантастика. Да. Как ты нашел такое вообще? Я нигде таких не видел. Причем, действительно, даже ни в каком научно-фантастическом фильме таких диких пейзажей никто никогда не видел. Это что-то новенькое. Да. Это как планета С-класса, по факту. Да, реденькая. Ну, правда, она как-то не особо богата ресурсами и прочим. А она, в принципе, никакая. Базу не построить. Да. Пустовато. Ну, выглядит прикольно, но на первые там 10-15 минут полазить, дальше она немножко приедается. Ну, вообще, конечно, реально не встречали таких планет еще. Также Нотбар сегодня предложил заняться чем-то интересным. Нотбар, давай, рассказывай. Да. Да, идея в чем? Оказывается, на больших кораблях, которые фрейтеры вот эти вот вызывают, огромные грузовые, на них и можно брать задания. Так вот, эти задания, оказывается, можно выполнять совместно. Поэтому мы, немного подумав, решили так и сделать. Взять одно и то же задание и пойти рейдить какую-нибудь базу, завод или кого-нибудь уничтожать. Уничтожить всегда приятно. Так что, где там, чей корабль? Вот, почему не пригнал? О, сейчас пригоню. В смысле? А это чей корабль стоит? Или это суперсинхронный? Блин, я случайно его чуть далеко пригнал, но вот он там. Где-то он есть? Я не вижу колбасу. Да, это было, конечно. Вот он далеко, просто чуть дальше. У меня он стоял тут. Ну ладно, это. А, вон он где, все, понятно. Ну, полетели. Я все равно не вижу. Ладно. Да, надо отправляться, а то как бы стоят 4 кадра и смотрят в небо. Сейчас на грузовой корабль Вакота летим, да? Ну да. А вон, кстати, его вижу. А, вот, у меня хоть тихонько появилась его. Такая туша, ее сложно не заметить. А я вот не заметил. Я могу. Меня бесит, что в атмосфере, в ангаре тучи. Ну да, это немножко странно. Текстурка туч. О, это мой корабль стоит там второй, который я случайно нашел на планете. Ничего себе, прикольно. Фронтового божества, что ли? Да, я думал, что они не сохранятся в ангаре корабля, они сохраняются. Они, кстати, пофиксили недавно, теперь даже при спавне корабля они тут стоят, раньше после прыжка только появлялись. Прикольно. Надо будет это говно продать. Че, куда идем, на капитанский мостик? Ну да, там же где-то набираются эти задания, правильно? Угу. Да. Ну погнали. Есть. Еще нет пока. Так, ну что, я так понимаю, это должен я зайти. Станция галактической... так, что не помню. Комиссии, да. Тут есть варианты. Легкая добыча, то есть нападение на планетарный склад. Нападение на планетарный склад еще одна. Мы можем сразу две выполнить, я так понимаю. Нет, тут только одну можно одновременно брать. Еще одна. Нападение на планетарный склад. Ну, короче, есть варианты. Либо ядерный ускоритель получаем, либо получаем азотную соль, либо нанитов 241 штуку. Мне кажется, нанитов берем. Либо собрать хром-металл 250. Тоже такая очень интересная миссия. Награда, экранированный дуговой кристалл. Я думаю, это фигня. Все. Это фигня, беру, да. Наверное, ядерный ускоритель. Угу. Можно или его, да. Ну, он дорогой. Да. Должен быть. Хорошо. Так, начать задание. Координаты задания приняты. Цели установлены. Система наблюдения галактической миссии активна. Готовность состава, статус неизвестен. А ну, подожди. Подождите, не участвует. А почему не участвует твой? Во, присоединиться к заданию. Может, каждый должен взять? О, а, да. Нужно присоединиться к заданию. Давайте. Зайти и присоединиться, да. Мэппер, давай. Присоединиться к заданию. Все, поехали. Минуту на минуту начнет задание. Все. Есть. Задание есть. Что же, планетарные склады, все. Огонь. Это где, на этой планете или нет? Какая разница? А фиг его знает. Когда вылетим, узнаем. Главное, что в этой системе. О, я на кого-то из вас, походу, прыгнул, потому что у меня до прибытия не меняется. О, интересно, я смогу? О, зафиксировано враждебное сканирование, отлично. О, сейчас... сейчас мы еще, сейчас... Угу. Повоюю за Джеку. Так, где там... Ну, пока еще меня не остановили. О, все, остановили. Ну давай к тебе летим. Так. Вражеские корабли, значит, обнаружены. Вражеская угроза. Лечу к тебе, братан. Тоже лечу, причем у меня не работает движок. Да, ну что, вражеская угроза. Давайте наказывать. Причем давайте наказывать сервис маппера по 120 урона. Правда, у меня оружия никакого нет с собой. С один.
А мне лететь далеко к нему? Мне 40 секунд лететь. Прыгнуть. Нет, все, можете прыгнуть уже. А, да, лечу. Так, я напрягаюсь, только я не могу найти. О, есть. Да что ж ты? Сколько их еще осталось? Вроде один. Ага. Готов. А я не успел ничего сделать вообще. От слова, ну совсем. Завершен новый этап путешествия. На отбор в последний момент прилетел. Да. Да. Все, ты меня не интересуешь, куда нам дальше лететь, собственно. Ну, Феникс уже там. Да. Живем. Самое сложное тут летать. У меня ракет с собой нет. Вот это проблема. А у меня есть баллиста. Ого. Баллиста. То есть мы даже высаживаться не будем, получается, просто? Ну, я думаю, в принципе, можете высадиться. Я просто начну их уничтожать, чтобы вы хоть заработали деньгу. Из них же выпадает куча всего полезного. Так оно в инвентарь дает этого звездолета. Так, он уже стражей. Да. Ага. Ты высадился? А, нет. Не, я летаю тут. С кораблей будем, нет смысла высаживаться. Блин, тут, честно говоря, такая местность в глубине немножко не так удобно, как хотелось бы. Но я уже рядом, готов стрелять. Я тоже готов. Я уже стреляю. Ой, я по кому-то попал. Ну, простите, извините. Нет. Не простим. Ой, кто это? Ты меня хорошо при этом приложил сверху. Воу, фига себе, улетел. Так, где там они? Еще ночь у меня. Это точно ночь, это явно не тучи. Я чуть не упомянуть, мы вообще урон наносим по ним. Мне кажется, уже все. Так, я сейчас попробую высадиться. Вы, если что, ай-яй-яй-яй-яй. Кто-то гасит меня. Похоже, все. Походу, это я был. Кто-то гасит, так. Да? Я думаю, что-то пошел такой урон дикий. А, о, стражи летают. Серьезно? Я мощный? Сколько начата? Не, ну по сравнению с тем, что до этого было, как-то знаешь... Господа, тут больше ничего нет. Ну да, мы все разбомбили, а что ты хотел еще? Все, что? На миссии закончить. Снимается, по-моему. Вы понимаете, в чем прикол? Что на самом деле мы так миссию не выполнили. А что мы должны были сделать? Да, кстати, над миссией у меня горит до сих пор. Найти и уничтожить склады 0 из 5. Между прочим. Должны были их как-то по-особенному уничтожить. Наверное, рученьками. Может. Фиг его знает. Может, кому-то засчиталось, кому-то нет? Не, у меня тоже 0. Мы хоть одного уничтожили или вообще ни одного? Да один он шагает что-то и на этом все. Блин, вот что-то это говно, ребята. Место и... давайте просто попробуем вернуться на корабль, попробовать сдать квест, потому что бывает они подлагивают и какая-то хрень происходит. Только надо корабль призвать тогда где-нибудь. Да, давай призовем корабль. Сейчас сюда поближе. Сейчас призву. Ой, бляха. Я призвал корабль, но тут, короче, я вылетел в космос и... Сейчас за мной прилетят. Ну надо успеть. Не, так это норм, ты когда сядешь, оно нормально будет, да. Да, только бы они начали стрелять по кораблю. Потому что если сирена поднимется на корабле, нас не пустят на корабль. А будет красным гореть. Ну, значит, кто не успел, тот опоздал. Так, летим. Звездолеты в радиусе поражения. О, вражеское сканирование. Пока что вроде в норме. Давай. 12 секунд до подкрепления. Так, я залетаю, есть. Давай. Ну, странно, что миссия не засчиталась. Что-то тут не так. Да, что-то какая-то. Давай попробуем сдать. Сейчас попробуем. О, по кораблю на два расстреляю. Сейчас. Не-не-не-не-не-не. Куда вы стреляете? Вот тебе корабль с класса. Сразу знают, куда надо. Не, вроде цел. Сломали игрулечку. Так, ну, короче, фишка в чем, что в итоге это забаговало, залагало, короче, ничего не получилось, как обычно, как мы это все любим. Никого. Но теперь появилось намного прикольнее, более интересное задание. Гнев стражей. Убить шагающих стражей. Одна штука. И я подозреваю, что этот раз мы не будем убивать их из корабля. Как-то уже попробуем, грубо говоря, как командос. Десант. Тоже, да, пешкаря завалить. Да. Давайте, соглашайтесь, подтверждайте, погнали. Угу. И мы получаем, кстати, портативный реактор. А что это? Без просто понятия. Ну, что дорогое, по-любому что-то дорогое. Так, я так понимаю, что шагающих стражей мы можем уничтожить откуда угодно. То есть мы сейчас на любую планету высаживаемся. Ну, в данном случае. Устраиваем хаос. Да, на ближайшую устраиваем хаос и
Это мы можем. Патроны уничтожаем. Да, только надо будет патронов накрафтить перед этим. А то я знаю, что со стражами этими воевать патронов много надо. Жалко, еще рейдов не. Ну, кстати, я еще ни разу не воевал с этими шагающими стражами, именно пешкаря, да. Всегда их уничтожался именно с корабля или как-то еще. Поэтому будет битва на острове. А не хотите быстренько залететь на станцию, может прокачать немножко оружие? Это хорошая идея. Это довольно хорошая идея. Здравым. Мне в любом случае надо на станцию. Давайте подготовимся. Блин, как неудобно летать от... Неудобно воевать от первого, точнее, от третьего лица, но летать от первого лица мне вообще не нравится. Мне немножко легче стало, когда вот это слежение за мышкой убрал. Теперь оно напрямую куда смотришь. Да, я тоже, кстати, убрал его. Оно как-то... А мне наоборот, удобнее играть от первого в полете и с слежением. Вот так вот. Ну, главное, что есть выбор. А то, когда выбора нету, это вообще какой-то капец. Угу. Мне вообще всегда нравятся игры, когда заходишь в опции, там две опции. Графика включить, графика выключить. Да. Ты чувствуешь, насколько все продвинуто сделано. Просто 2К18. Зато на максималках можешь поиграть. Да. На ультах. Да. Я еще помню, когда старый комп был, да, в таких играх у тебя все либо очень красиво, но ты смотришь скриншоты, потому что все дико лагает. Либо ты это все выключил, смотришь на какашку, но зато 120 FPS. Это две крайности. Интересно, в магазине синхронизируется этот инвентарь между всеми или нет? А то сейчас кто-то скупит. Для каждого свой. Нет, для каждого свой. Не, для каждого свой. Для каждого. Отлично. Одинаковый, но свой. О, так, а что у вас по вооружению? Какие-то эти стоят там? Бластер, иссушитель? У меня дробовик есть. У меня дробовик, но он типа... У меня только плазма-бластер стоит. У меня же, я вам сейчас точно скажу, у меня... стоит такая штука, как бластер-рассеиватель. Говнище для ближнего боя. Там двери взломать или что-то, но стрелять почему-то серьезно, это уже, конечно... Ну, дробовик, по сути, есть, да? Скорострел взять. Это фиаско. У кого там плазма-бластер стоит, у кого-то или нет? Да, плазма-бластер у меня, в принципе, он очень хорош. Так это гранатомет. Ну, по движимым объектам, наверное, не очень, а вот так, в принципе, ну, хорош. Это взрывные гранаты, которые... Да, вот это разрывное. Оно очень сильно дамажит, очень сильно. А что там есть у этого? Попадешь. Сканера нет? Импульсный скорострел хочу себе поставить. У кого-то есть дейтерий и технологический модуль? Дейтерий, в принципе, можно купить. Технологический модуль я себе скорострел тоже купил. Сейчас попробуем. Не, дейтерий нифига не продается. Он в большом этом переработчике делается. Отлично, я успел. Еще. А, у меня... О, я себе щит куплю на этот. Так, вообще ясных нет улучшений. Плазменное копье у кого-то есть? Я плазменным копьем тестил его. Это фигня. Вообще говно. Ну, мне понравилось. А мне вообще не зашло. Она альфа-страйком бьет. То есть ты его заряжаешь и стреляешь. Типа рейлган, короче, такой. Ну, как по мне, не очень удобно. Ну, может, кстати, по ходячим вот этим оно и неплохо зайдет. Но мне не понравилось. Да, выбивать. Из-за укрытия. Прячешься, заряжаешь, выбегаешь, выстрелишь, один раз прячешься снова. Неплохо. Феня, какая штука? Это плазмомет? Плазмомет называется? Разрывная, да? Не, вот это то, что самое стандартное. Плазмомет. Да, плазмомет. Куплю улучшение для плазмомета. Ну тут они дерьмовые какие-то. Агрейда максимум. У меня агрейда, ну да. Но это максимум. Это лучше, чем нифига, как по мне. Надо будет просто расщепитель переставить обычный. А так оно, по-моему, не дает особо никаких разниц в бонусе. Нет, дает. Там небольшой процент, но он есть. Типа, я даже смотрел, проверяли, типа. Мифы развенчивали. Блин, ну мало верится, но окей. Подожди, а что значит в самый низ? Типа, тоже мне непонятно. Я просто перекинул его, типа, в самый правый нижний блок, там, где у меня ничего нет, и он, типа, не дает какие-то вот этого соединения. А, понял. То есть это твоя именно фишка там идет. Так, подожди, а что мы там, плазмомет, по-моему, прикупили, да? Назовите название. Я тогда пока прыгаю на корабль свой. Ой, слушайте, я тут купил лишний апдейт на плазмомет, могу кому-то отдать его, наверное. С-класса, правда. Мне бы не помешал. Потому что у меня вообще нет. У меня сейчас нанитов очень много. Вопрос. Как у вас называется планета, возле которой... Корабль? Да. Перекинул.
А, нужно еще же подготовить. Опасно это. Припасы. Температура минус 80. Минус 80? Что это было? Тут 19 градусов у меня. У меня только что тоже минус 80 на секунду высветилось. Не знаю, что это было. Ты же сказал, тут жарко. Ой, тут 65 градусов. Колеблющиеся пыльные бури. Классно. О, боже. Сейчас температура стабилизируется. Слушай, сейчас наоборот. Да не, пойдет, нормально, вроде. Ночь, ребята. Да. Ух ты. Да, ночью отлично. Ёлопал. Животные стрёмные, да? Да, животина тут вообще жесть. Угу. О, какие-то... Где вы там нашли? Яйца живот? Какие-то. Активированный уголь. Этот. Уголь. Все, что, воюем? Ё-моё, подождите, нет. Пока не воюем. Минус 70, нифига себе. Где тут стражи, скажите мне? Уютненько, да? Хорошая погода. Но у меня тоже, наверное, все равно падает. Но у меня и от холода защита есть. Меня страж сканирует уже. Где? Я его даже не искал, он сам пришел. Жопа ему. Ага, я хотел боеприпасы скрафтить. Ого, у меня зеленые эти. Боеприпасы создать еще. Блин, недостаточно компонентов. Завалили. Ферритная пыль. Собирай. Я тут прям сходу крафчу боеприпасы. Сейчас, давай. Я просто возьму дробовик. Как недостаточно компонентов? Сколько? Еще 26 ферит. Все, две звезды есть. Жить. Лечит подкрепление. У меня пока ни одной. Тут где-то еще, вон они летят. Ау. Воу, что за... Вылез под луч. Да, тут... Кто тут там разделывает так? Гаси. Все, я сделал, что нужно было. Давай. Приступаем. А, блин, перезарядка. Где вы? Нечестивые твари. Блин, бронированные гады. Вам конец. Хорош. Друг по другу только не стреляете. Блин, такие мощные выстрелы. Ау. С дробашом кто-то бегает. Это я. Сейчас собаки появятся. Да. Собаки. Вон, не собака, это уродское животное. Вы все фонарики хоть включите. Да, кстати, хорошая идея. Буквой Т. Да. Убили. О, она вот напрыгнула, псина. Ни хрена. Где она? Вот дайте. А, тобой, она тебя грызет. Да. Сзади. Ой, куда она делась? Она прям... О, она скаканула. У меня, конечно... Аккуратно, не... Воу. У меня 18 FPS. Не, у меня норм. У меня пока 30, слава богу. Еще. У меня что? Где? Бандюшка. Сейчас появятся ходуны. Да. Перезаряжайтесь. Так. Быстро. Знать бы, откуда они пойдут. Так, где? Сзади, наверное, как обычно появятся. Надо спрятаться. Есть, где-то появились. Вроде. Воу! А, так слышь, животина атакует. Гасит. Не попал, видимо, слышала. Ай, блин. Растушили. Кто-то видит стражей? Я нет. Я вижу. Я не шагающих никаких. А, он у меня здесь под кораблем спрятался. Кто? О, шагающий. Два. Где? Три. По стражу. Да начнется веселье. Это жесть какая-то, у меня еще... Звонить начали, как обычно. Так, блин. Их слишком много. Нифига их тут. Уйди. Это жесть какая-то. По ногам, бейте, по ногам. Да по ногам-то по ногам. Вот это месиво. Где наше укрытие? Где окопы? Так, Так, я еще все перезарядить вроде даже успел. Есть один. Да, плазмомет, конечно, такое себе дело. Сиди. Ты одного убил уже? Нет, он просто пошатнулся, но он уже без ног точно. Сейчас мне нужно перезарядиться. Его гасить даже надо. Эх, где мое копье? Ну, так. Да еще эти мелкие летают. Да-да. Давайте по тому, который без ног. Он внизу ходит, вон он уже почти... Меня низкой температурой дамажит пока что тут. Все. Давай. Блин, что урон не проходит почти. Никакой. Ну, слишком далеко. Если ноги есть целые, не будет урон по корпусу проходить. Не, ноги не целые, у него без брони ноги. А, ну вот, они без брони должны. Воу! Так, надо, конечно, апгрейдиться по полной, прежде чем так воевать. Пацаны! А? Вот тут у одного хп уже кончается нормально так. Да у кого? Тут, блин, немедленно хоть как-то пометьте. Я, похоже, понял, про кого вы говорите. О, отлично, все, очень буря прибежала. Ребят, у него сзади, у него, короче, на спине этот
генератор еще. Ага, такое. Понял. По нему дамаг проходит? Да. Только так. Я не вижу, по кому вы стреляете. Вот, вижу. А по кому-то стреляем. Только ж смотри, ты его не убей. Кто, я? Не-не-не, с этого, в окот. Блин, вообще невозможно стрелять. Повреждения приходится брать жестко. Да блин, слушай, да реально попасть сложно очень. Плазменное копье мне больше нравится в этом плане. Отлично, у нас буря началась. Стреляет. Еще так. Буря не хватало. Ну хотя бы температура. Сколько? Скажите, чтобы я успел тоже, грубо говоря, высадиться перед тем. Я ни хера не вижу. Все. Проще сказать, да, чем сделать. Ого, ни хрена, 135 градусов. Ё-моё. Это жара типа пошла? Не хватало. Дэмэйдж пошел. Кстати, да, нормально начали пробивать его. Меня унесло чем-то. Да там животина ходит, она прыкается. Короче, я думаю, что есть смысл просто лучом его. Не-не-не, он уже почти сдох, мы почти добили. Да, он почти сдох. Блин. Ой, жарище, да, сейчас... Да, жара, как пиздец. Дамажит. Давайте, валите его, еще немного. Блин, я одна пуля из 30, наверное, только. Ну, нормально, я нормально. Я что они... Он лазером не стреляет, он просто ходит. Да. Да, если еще ни одного пуля не видел. Там жопа была. Давайте, почти сдох. Ну. Да-да-да, уже, да, уже немного ящики. Осталось. У меня задание за... Есть. Все, готов. О, хорош. Да, так. Миссия пройдена. Мозг. Давайте. Сматываемся, нет? О, забрал мозг. Мозг забери. Забрал, я забрал, пытаюсь. Все нормально. Я не могу, он мешает. О, я забрал. О, а вот я они забрал. Начали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Лазеры ай. Начали бить. Да, это раз, и у меня, короче, закончилась защита. Че, садимся на корабль? Да, сваливаем. Да. Да, ну, это что-то... Только не в космос, только не в космос, господа. Окей. Да-да, не в космос. Ай, у меня же нет топлива на взлетную скорость. Я тебе перекину сейчас. Боюсь налево. А, где ты сидишь? Давайте. Я в корабле сижу. У меня есть... Блин, ни хуя не видно. Я в корабле. Блин, успеть бы только. Фух. Я не вижу никого, вообще не вижу. Тяжко, тяжко, тяжко. Да. Подготовились. Есть, все, перекинул тебе уран, лети. Я взлетел, но больше уже не сразу. Спасибо. Все. Да, тут, конечно, жесть какая-то. Планетка хардовая, хардовая планетка. Да лучше было на радиоактивной остаться. Ох. Так, вы улетели? Я пока круги наматываю. Вражеское сканирование. В космос... Вызывай корабль. Они не отстанут от нас по квесту никак. Ты помнишь, как вы... Не знаю, у меня 4 звезды. У меня 4 звезды падает. То есть это спадет. А, ну может и спадет, кстати, да. 40 секунд. Звездолеты надзорные. Эх, заметили. Ну блин, на звездолеты ты напрасно нарвался, конечно. От них ты не оторвешься. Ни черта не вижу вообще. Да вообще капец. Да, я даже, даже земли не вижу. Я просто за локотом летаю. Так, 27 секунд у меня. Я рядом с мэпером лечу. Я тоже. Я вот на хвосте у Акота лечу. Я сейчас вызову, наверное, тогда корабль сюда. 20 секунд. Ну да, по-любому вызывай. Ну да. Ну давай. 12 секунд. Будет проблема. У меня тоже 15, 14. А, ну, 8, 7, 6. Ну, вызовой корабля не, здесь недоступен. Наверное, пока не этот. Не отцепились. А, все. Отлично. У меня 2 секунды. Все, здесь терминал, да. Галактической комиссии. Все, у меня тоже все. Стражев. Совершить вар. А, все, у меня задания какие-то левые пошли. Да, задание, конечно, основное сбросилось у меня, но. Завершен важный этап путешествия. Не, крупный корабль. Летаю. О, я могу вызвать сейчас. Все, вылетаю в космос. Да. Отсюда. Да, это. Ну, плотненькие задания, конечно. Я подозреваю, мы как-то не так стреляли, наверное, по ним. Там какие-то слабые места наверняка есть. Ну ладно, справились. Ну да, там по-любому все логичнее как-то есть. Как-то все это делается логичнее, просто мы немножко сделали нелогично. Ну и сейчас. Но мы смогли. Я уверен, нам в комментариях эксперты напишут, как надо было сделать это по-правильному. Да, как батька воюет. Не то, что мы деграданты. Да. Все, прибыл. Мы пока не сохраняемся, но так-то хотя бы тут безопасненько. Надо было идти на тропическую планету. И у меня все равно тут почему-то пыль, вы понимаете, в чем прикол? Да-да, что-то у тебя... На закрыл. Корабле? Двери не закрыл. А, да. Окно не закрыл. Что, он точно реально, смотри, форточку прикрыл. Да-да-да.
Да, отчитаться о выполнении задания. Инвентарь полон. Ты что, шутишь сейчас? Ты что, охренел? Ах ты ж падла! Вы понимаете, он мне не дал ничего. У тебя задание зачиталось? А у тебя реально он полный был? 4 200 000 стоит портативный реактор. Да? Угу. Дайте. А, не, все мне дали. Фух. Отчитаться о выполнении задания. 4 200 000 Мне ничего не дали. Лох. Ё-моё, слушайте, это выгодно. Очень выгодно. Ну что, еще одно? Ну, предлагаю, да, пофармить. А есть еще какие-нибудь? Охота на опасных пиратов в космосе. Но тут наниты, правда, только 245. Да. Термоядерный блок. Собрать хром металла 250. Не, есть еще что-то завалить стражей, не? Это да. Экшонистое задание. Нападение на планетарный склад. 240 тысяч юнитов. Да не, склад не работает у нас. Убить шагающих стражей. 3 штуки. Нанитов платят 323 каждый. Офигенно, Это очень эпичная штука. Но на самом деле защита от пиратов — это в космосе постреляться. Ну да. Нанитов 245, ну камон. Давайте. Это вообще мелко, по-моему. Давайте пиратов. 245. Давайте пиратов. Хоть быстро. Постреляемся, чё? Давайте. Давай, давай. Да. Давайте, соглашайтесь, поехали. Это, конечно. Так. Опасно. Да, опасные пираты. Гоу, гоу, гоу! Чё за карточки нас поняли? Сейчас нас всех вайпнут, блин. Будет очень эпично. Возвращайтесь, взорвал корабль нас. Чё? А. Только надо отлететь будет. Немножко. Блин, без ракетниц, конечно, такое. Они что, сами на нас будут нападать, что ли? Мне сейчас, нравится. Господа, только не вылетаем, сейчас все вместе вылетим, хорошо? Ага. Окей. По отсчету. Что у меня за день? Так что все сразу же выйдете в первый, от первого лица? Да я всегда летаю так. Я тоже. А у кого-то медь есть? 120 штук. У меня есть. Здесь есть. У меня есть мало. Даже... А можете мне, пожалуйста, скинуть? Я себе поставлю ракетницу на звездолет. Так, только ты как-то далековато, походу. У меня 60 меди только. Ну, давайте, скидывайте. Я тогда... Мне не хватает, сейчас скажу, сколько. 120 не хватает. Ничего себе, ты мне урана перевел. Ну, блин. Гидроген еще был. У меня не было времени, знаешь, типа, высчитывать еще тебе там по штучке. Ну, вот. Так тут и нельзя, мне кажется. Можно. S и W делить так. Я понял. Окей. Ну что, готовы, господа? Сейчас ставлю орудие, и все. Кстати, если мы будем сейчас возле корабля воевать, корабль тоже будет помогать. О, это хорошо. Пригодится. Это помощь. Наверное. Только мы не сможем на него залететь потом. Потому что там двери заблокируются. Ну, эти ангары. Если всех убьем, наверное. Все готовы? Летаем. Все вылетели? Да. Стартуем. О, хорош. Мы синхронно с Макотом вылетели. Че, они уже? Так нам корабль поможет. Я ж тебе об этом не говорю. А где? Так, кто? А, вижу. 6 минут до цели. Так, хорошо. Вижу какую-то цель. В другой стороне. Фазовый луч, фотонная. Давайте только по метке стрелять, потому что мало ли. Ну да. Вы что, все разлетелись-то куда? А, нет, вон вижу. Вон. Не, я к нему лечу, только я не на варпе, а так, типа, просто потихоньку. А я на варпе прыгнул. Я тоже на варпе. Да тут 20 секунд лететь. Вау. Ух, сколько их тут! Шакал! Сколько? Где, где, где? Нахрена! Руками. Я пока ни одного не вижу. Ох, судя по всему, кто-то ваншотнул. Да чтоб тебя, чё, под корабль. Воу, тут такой дамаг идёт. Ёлка. Ребят, варпайте на меня, потому что мне сейчас... Я уже воюю. Вот уже прилетели почти. 6 секунд, 5, 4. Так, это кто? Давай, давай быстрее лети. Точнее, как до места добраться. Ай-я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 й-
Ох, тут меня своих сбил. Немножко. Это ты давай, выруливай-то, выруливай. Куда стрелять, а? Отлично, сел на хвост ему. Да, я тоже сижу. Они, кстати, такие... вообще ни о чем. Они дохлые. Есть. Ну там фишки типа большие, их дофига. Ну это да. Так, подождите, а что? Все, мы прошли. Это было довольно просто. Они вообще такие легкие. Опасные, так это сказать. Не могу теперь корабль найти. Я даже на варпе долетел нормально. Давай. Не, ну с пиратами по 250 за такую миссию. Вообще изи. Что-то выпадало, не? Да, что-то посыпалось нам, кстати. А ну просто щит перезаряжает, такие дешевенькие ресурсы какие-то дает. А чем перезаряжать щит, кстати, корабля?
Натрием и чем-то таким ее еще. Натрием. Я поэтому с собой всегда вожу 1000 натрия, вот, чтобы был. Я всегда с собой вожу 1000 натрия. Типа того. Так, ну, давайте посмотрим. Денежки, денежки, денежки. Ждем. Меня подождите, не забирайте там всю кассу. Взяли кассу. Я подумаю. Так, ну. Так, короче, ядерный ускоритель есть и термоядерный блок. Ядерный ускоритель нужен нападение на планетарный сборщик. А ну подождите, у меня, по-моему, есть, кстати, я могу крафтить портативный реактор, да, или как ну, там ты сказал, называется? Ядерный ускоритель. Портативный реактор — это то, что мы получили за 4 миллиона. Ага, ядерный ускоритель. А, кстати, портативный реактор крафтится из жидкой взрывчатки и ядерного ускорителя, то есть... Ядерный ускоритель стоит лям 500. Да. А портативный 4200. Ну, со мной лишний лям не будет, я думаю. Ну да. Тем более, что за задание там? Портативный учитель какой-то? Так, что у нас тут? Внезапно нападение на планетарный сборщик. Думаю, О, сборщик. Это склад. О, в смысле, это завод. Давай, завод, хорошо. Да, это завод. Да. Берем. Давайте, так, хорошо. Готовьтесь. Мэппер, нотбар. Ага, есть. Are you ready? Только я сразу предупреждаю, что эту миссию по заводу я уже проходил. Оно напишет, что оно провалено в конце квеста, но вы не обращайте внимания, это так и должно быть. Типа, это выполнено. Там все равно дадут. Вперед, проваливать задание! Да. Ю-ху! Деград отрад, вперед. Блин, у меня какой инвалид бегает. Реально. По машинам! Устал. Да, так, на взлет. Гвардия на взлет. Че нам, куда там? Какую планету, давайте. А, вон наш путь, нет, подожди. Там что-то... А нам указали, походу. Да, это на этой планете, походу. Радиомачта? Что за радиомачта? Ровно под нами. Угу. Ну, она самая ближайшая, наверное, выбрала. О, черт, это же та же самая, да? Да, это самая сладкая планета из всех. Давай. Украсть промышленные тайны. Это пузырчик планета или нет? Нет. Мы вообще в другой системе, как и пузырчик, ты о чем? А, точно. Это ж пыльная. Я вас тоже... Уже огненная буря. Сейчас я вам покажу, как двери легко выбивать в этом, в ангаре. Да я с корабля их просто выбиваю всегда. Не надо с корабля, не надо, мало ли что. О, блин, аккуратно садитесь, я чуть не вмазался в землю. Да, тут не видно ничего. У меня дробовик, у меня 3 выстрелов. Ладно, я снимаю. Сяду. А, ну так давай тогда вместе Ой, тут собак, 4 штуки я вижу уже. Ну пока они не будут агриться. Они уже агрятся. С какой стати? Воу. Ты смотри, и сразу детские. Максимум звезд. Тут какие не 4, их тут штук 10. Твою мать. Так, я выбиваю тут дверь. Ждала. Где тут дверь? Твою мать. Она сразу спереди. Не подходите к двери. Вали дверь. Ау. У меня уже щит. Еще в тумане это нифига не видно. Да-да. Блин, собаки. Что по мне так сильно дамажит? У, шагоходы еще пришли. Меня сейчас завалят, блин. Заходим. Все, я зашел. Да, нет, я паду, я не вижу вход, где. Быстрее, вижу вход. Одна жизнь, нет. Проникновение в ядро, данные доступ к чертежам. Что делать? Как отхилиться? Загрузить данные. Все. Это каждый должен сделать. Необходимые данные мне, нужно оставить их здесь, честно. Жесть. Вдох. Я тоже. Походу каждый должен, да? Черт, по мне они стреляют еще. Так, я забыл. Ребят, дайте мне, пожалуйста, кто-нибудь топливо, потому что я сейчас походу. Какое? Уран? Взлетное. Термический конденсатор какой-то у меня есть. Теперь. Я тебе могу дать уран. Все, задание провалено, значит, задание выполнено, можно улетать. Только сейчас пусть у меня. Провалить задание. Вот это месиво. Я еще не провалил задание. Е-бой. Вот это жесть. Сейчас я жду, пока у меня щит перезарядится. Я боюсь выходить, потому что я только вылечу сразу. Я тоже. Ехать их тут. Я ушел. Я сейчас тоже уже буду вылетать. Все. Так, у вас корабль где? Ай! Ай! Где мой сиськастый парень? Вот он, бас смерти! Давай! О, это жестко. Я съел. Все улетели? Улетели. Да. Я взлетел, да. Я, с вашего позволения, немножко их побомбить хочу. Блин, у нас давай, же тоже 5 звезд, мы их фиг. Только я их потерял. Да, я тоже. А, вот нет, вот они. Возле меня. А, все понял. Кто тут, а? Что у нас фазовый луч?
Надо отомстить им немножко хотя бы. Ау, у меня сейчас зависло. А ты врезался в него. Да. Офигеть этих тут. Да вообще капец, их тут шарится. О, кто-то нормально так долбанул по нему. Баллисты надо использовать, купить себе, походу. Ага. Да. Не, баллисты вообще тема. Да, ай. Ау. Только она, конечно, нифига. Очень тяжело, ну, типа, по кораблям из баллисты стрелять почти нереально. Ну да. Вылетаем на корабль, сразу садимся корабль, и все. Корабль же... А, он тоже. Тут рядом, да. Точно. Так, где корабль? Ага. Будем надеяться, что не успею. А, только я вылетел, у меня сразу одна звезда всего. Блин, я, походу, немного не успею. А у меня одна звезда всего. Мне лететь 19 секунд, а они через 4 уже прибудут. Так и чё, все равно просто летите и залетайте в ангар. Так твой корабль может отключить из-за этого прием. Нет, открыт, открыт прием. Ну, поэт пока открыт. Так, ну я почти на месте. Тоже почти. Я что-то смотрю, пропали эти вообще. Есть, я успел. Угроза пропала. Только одна звезда. Оба. Все. Одновременно позалетали, отлично. Да-да, эй, а кто на меня сел? Похоже, я кого-то раздавил. Я же сказал, маркер самый толстый тут. Вы что, на одну эту сели? Да. Я вас не заметил. Мастер-трансформер. Я целю. Ну что, и на этом, наверное, будем завершать потихоньку? Что за стрельба началась? Ядерная... ускоритель. Угу. 3 миллиона! Их две штуки, да? Дали. А, да, две штуки, кстати, реально. Причем, замечательно. Не спешите их продавать, потому что из них можно скрафтить портативный реактор. А, там еще жидкая взрывчатка нужна. Рецепт. Да, жидкая взрывчатка. У меня есть рецепт, только там еще жидкая взрывчатка нужна. А она еще крафтится. Хызы, у меня нет жидкой взрывчатки. Ну ладно, ребят, камон, мы сейчас заработали, грубо говоря... 7 лямов каждый. Просто 7,5 даже. 7200, ладно, 7200, окей, 7200. Но все равно круто, по факту за полчасика, да, и нафармили. Угу. Надо, да. Так, надо сборы устраивать. Ну что ж, ну это, в принципе, предлагаю подводить черту. Да. Да. А так что, ребят, закончились. Ребятки, смотрите, вот это три канала, подписывайтесь на них, на Нетбаров, ну, точнее, на всех нас. У каждого свои были каналы. Также можете посмотреть вот этот видосик. Ну и, в принципе, все. Всем удачи и адиос. Да, всем пока. Пока-пока. Всем удачи и всем пока.